Друзья, всем привет! Сейчас хочу показать вот свою статицу. Уже вот в каком она у меня состоянии, прекрасном. И небольшой обзорчик просто вот сделать. Смотрите, какая красота! Белая – это вообще бесподобная статица. У меня всего лишь получилось 5 белых кустиков. Я, конечно же, их оставлю на семена. Вот этот сиреневый с белыми вот такими вот внутри, из сиреневого внутри вот такие белые. Это вообще прелесть такая бесподобная. В желтом такого вот нету, в желтой статице. В розовой есть и вот в сиреневой. Это, конечно, красота. Вот розовая какая прелесть. Сегодня просто хочу небольшой такой ролик показать, обзорчик своей статицы, и ответить на один маленький вопрос, который интересовал как меня, так как я статицу впервые в этом году вот выращиваю. И некоторые девочки еще задавали вопрос, спрашивали, пахнет ли статица. Отвечаю, что нет, абсолютно не пахнет. Вообще никакого, ни грамма. Просто вот если вот ну вот, ничего, вот просто сухой, никакого вообще абсолютно запаха. Ну, это, как говорится, ничего не отменяет то, что нету запаха, всей прелести статицы. Так что даже вот что нет, она не пахнет, все равно она занимает достойное место среди всех сухоцветов. Вообще прелесть. Вот я жду, когда, конечно, они все у меня начнут раскрываться, и уже потом я их соберу и буду сушить. Ну, пока-пока всем. До новых встреч!